Сейчас мы отправляемся в Тюсан в Аризоне. 2,5 часа нам нужно ехать. Мы едем делать хайкинг, то есть ходить по горам. Наша скоростная дорога такая прекрасная, хайвей. Аризона, аризонская скоростная дорога, одна из самых молодых в Америке и одна из самых красивых. Wow, a lot of mountains.
songs of Fancy Ones, which tells me rich. Watch where you're going. Lion goes after it. Yes. But I think most domestic cats would go for prey that's quite a bit smaller than they are. Except unless it's the neighbor's cat that it doesn't get along with. Then we're going to have a little thing going on there. Is it the mountain lion? Yes, this is the mountain lion. Yeah, wow. Ooh. And you can see his long tail. Oh wow. Whereas
with this one is the bobcat. Uh-huh. And he has just a small tail. Small tail. The coloring is very much the same. Uh-huh. And people say, oh, I've seen a mountain lion. You say, did you look at its tail? Yeah, yeah, yeah. And that's the And this is difference. Their... And this is their footprint. Footprint, its front foot is very much larger than its back mm-hmm. foot because this is the one that they use to bring the prey down. Uh-huh. Мы сейчас вышли уже на трейл. Тишина, пустыня и горы, и кактусы. Watch where you're walking. Fighter helicopter. Different kinds of cactuses. Разные сорта, разные семейства, наверное, кактусов. Это кардинал? Yep, кардинал, bird. Птичка красная, кардинал называется он. Скачет на... Well, that goes up to Seven Falls, which is up here. Okay. So we're right there, yeah. Oh, we can go up there too. Yeah, so you could follow that. If you stay on this gravel road, you can either take the foot trail. Yeah. They both get to the same place, or this old gravel road. Oh, half a mile, you'll see a bench mm-hmm. and a metal roof sunshade, mm-hmm. and that's the start of the trailhead right here. Такой обзор. Just follow that. Now you'll have seven со всех сторон, если посмотреть вокруг. The trail marker. Сказал нам работник парка, куда идти, и теперь мы идем дальше. Здесь на каждом шагу можно встретить кого-то из работников этого парка. Если кто-то заблудился, то они как раз здесь для этого и находятся. Вот там видно тропу вдалеке, туда мы и направляемся сейчас. Сколько кактусов. На мексиканском языке это называется суаро.
leave you. What? На самом деле, медвежья тропа. Точно. Только для медведя, чтобы пройти ему. Какие запахи вокруг. Такой терпкий запах пустыни, не пустыни, гор, тех растений, которые здесь растут. Подобный запах. Не могу никак надышаться этим воздухом, запахом этих цветочков разных, которые здесь на кустиках, на кактусах. У моего мужа аллергия. Он говорит, что здесь ему очень хорошо подходит воздух. Проверяет, дышит через нос. На самом деле очень чистый воздух. Здесь не видно солнца, потому что прям в камеру эти вот горы, они каменные.
какая же красотища! Ой. Blends in with the color of the leaves. Птичка. It's right here. Went for by. Well, there was just one area. Be careful, there's water over here. О, мамочки родные, все выше и выше. Фу. Красота. Для того, чтобы тебе забраться сюда и побродить по этим горам, по этим тропинкам, нужно только желание и бутылка воды. That's it. Ой, ну вот, пробыли мы здесь. Ну вот, пробыли мы здесь где-то больше, чем 3 часа. Не очень так и устали. И сейчас отправляемся в гостиницу. Нам нужно отдохнуть, и потом мы идем на ужин. Ой, прекрасная, прекрасная погода, прекрасный денек. Хорошо мы отдохнули, хорошо мы нагрузились. Ну, до встречи. А сейчас мы едем в какой-то очень хороший итальянский ресторан ужинать. Не знаю, что за ресторан, муж меня везет. Ну, посмотрим, сейчас проверим. Вот этот ресторан называется Тавалино. See what you're doing.